Авдіївську промышленную зону для доставки боеприпасов, продовольствия, воды на самые опасные и горячие участки применяются гусеничные платформы дистанционным управлением, разработанные и изготовленные силами самих бойцов. Все, вышли, все. Блин, поближе надо бежать далеко. Да где далеко, Савин? Трещал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас, подожди, сейчас забежит. Давай еще вперед. Сань, чуть поближе, еще. Давай чуть. Вперед. Все, нормально. В это, Викторич, вот когда закончили, короче, гранаты и воду. В это, пошел назад робот. На. Ух ты, камикадзе. По нему уже ебошит. Камикадзе ебошит. Не попал. Там идем хорошо, да. Может, отсел, да? Саша? Может. Вообще выпить? Все, пускай уберут. Да, все. Пускай уберут, все зайдут в укрытие. Ну нихуя привез, ебать, ты вспомни, вода на позиции, это пиздец. Это такая кайфуха, блядь. То есть только сколько привезли, это ебать. Ну конечно, блядь. Не, ну просто ее попить там, бля, когда ее нету. Это... Будет бить его сейчас. Вон он, сука. Ах, бля, пидорас. Нихуя. А, гандон, блядь. Робот уже, он как родной нах. Нормально, прямо иди. Ну живой он едет, эвакуируется. Раненого забрали. Носилки нужны, сам пойдешь? Не смогу. Парень. Подожди, носилки разберу. Мы обращаемся ко всем неравнодушным. Ваша помощь нужна нам для того, чтобы таких тележек стало больше. И тогда русский солдат не будет испытывать потребности в воде, продовольствии, медикаментах. Непосредственно на линии боевого соприкосновения.